Замечательное декоративное растение, вот просто белое облако, а запах не передать. Такой вот миндально-медовый аромат. Это клематис. Клематис или ломонос. Ломонос жгучий, очень простое растение. В общем-то, даже начинающие могут его вырастить. Цветет в июле, после этого остается декоративным. Уход самый простой, раза два-три за его вегетацию подкормить, поливайте, не жалейте, живет на солнышке, чувствует себя хорошо. Где-то осенью, вернее зимой, вот просто до основания подмерзает, это все вырезается, и потом от основания куста пускает новые побеги и заново формирует куст. Ну, естественно, нужна опора ему. Опору любую можете придумать, там всякую там перголу или просто поставить какие-то палочки, все что угодно. Клематис их закроет и вот будет вот таким белым облаком. Есть еще другие виды таких мелкоцветковых клематисов, например, клематис трехцветковый или осенний, но он цветет немножечко попозже, осенью, где-то в начале сентября, но они в принципе очень похожи.